Друзья, всем привет, здравствуйте и, возможно, даже прочие вещи. Сегодня я с вами поговорю о разных вещах на Black Rush, но давайте просто приступим к моей самой любимой рубрике, то есть минуя все вот эти, вот, знаете, интересные, прекрасные вещи на Black Rush, мы просто с вами перейдем сразу к тому, что я вообще хотел тут вам показать, рассказать и вообще сделать, возможно, прочие вещи. Давайте приступим, начнем и вообще... еще может быть что-то. Black Rush показали новенький Rolls-Royce Cool LL и Enan. Как вам? В общем-то, я ничего не могу сказать пока что. Давайте посмотрим, что вообще пишут в комментариях. Вот, кстати, наконец-то, вот до этого, знаете, я постоянно говорил о том, что вот есть модельки, вот есть то, вот у них есть вот это, вот они там делают вот то, потом они делают вот это вот все, и по итогу мы вот нечто подобное все там и видим. И то, что у нас нету вот этих вот самых колес у машин, которые нам тут представляют. Я типа такой всегда, чуваки, где колеса? Неужели я должен рассказывать людям о каких-то вот этих вот всех машинах без колес? И тут человек, разумеется, пишет под именем Кирилл Петровский, пишет, мол, колеса админы спиздили. И тут человек ниже объясняет, Кирилл Волков, в программах моделирования отображается лишь переднее правое колесо, ибо другие идентично накладываются и не имеет смысла их отображать. Шутка параша. То есть получается, то есть типа шутка, то что колес все равно нет, и колеса они куда-то вообще в целом ушли, и непонятно вообще, что дальше делать со всеми вот этими вот колесами. И с прочими вещами вообще что делать не особо понятно, не особо ясно. Я вообще типа не особо все это понимаю, знаю и вообще могу вам все это рассказать, показать и многое другое также возможно сделать. Однако, давайте мы в общем-то рассмотрим саму модельку. Вот она у нас тут идет, тут есть какие-то вот эти вот все полоски, грани, черные вот эти вот все штуки, прочие вещи и еще много всего. И то есть, исходя из всех вот этих вот моделек, которые нам тут представили, можно сказать, что Rolls-Royce кули не Кулинина-Ан, вот это вот все прочие вещи, то, что они будут, типа, вот, как-то так вот всем этим различаться и так далее. То есть, ладно, моделька, вот я по поводу модельки могу сказать только одно. Моделька хорошая, крутая и так далее, все равно мне денег на нее не хватит. А если вы хотите, чтобы у меня денег хватило, регистрируйтесь на мой никнейм Данте Коннор, Данила КПРФ, на Black Rush, и тогда, в общем-то, все это у меня появится возможность купить вот эти вот все Rolls-Royce Кулинина-Ан и вот это вот все прочее. Я знаю, что это Rolls-Royce Кулинан, но в целом, для того, чтобы в комментариях написали, мол, чел, да ты че, это же Rolls-Royce Кулинан, ты че не знаешь, это не Кулинина-Ан, вот этот вот весь. Но в целом меня расстраивает то, что колес нету, и я рад, что наконец-то все наше поколение вот этого вот клипового мышления, поколение ТикТока, поколение всех вот этих вот прочих вещей, то, что они начали замечать вот такие вот все очень странные вещи. Типа, где колеса? Неужели колес вот так и не будет, и вот такая вот дорогая машина, как Rolls-Royce, она будет поставляться всем игрокам Black Rush без колес? Я не могу во все это поверить, мне чисто даже в голове все это не укладывается. Как вот настолько дорогая машина на настолько дорогом проекте, который как бы там уже топ-1 во всем вот этом вот GTA RMP, да вообще в мобильном вот этом вот всем сегменте, это топ-1 проект, и в GTA RMP обычном, даже если с компьютерными серваками сравнивать, это уже тоже топ-1. И если они откроют еще один сервак 16, то они уже как бы догонят Аризону РП. А это как бы не хухры-мухры. Аризона к этому шла несколько лет, а Black Rush как бы, ну, за чуть больше одного года все это смогла сделать. И как все это будет получаться в итоге, что из всего этого выйдет, выльется и что мы получим по итогу от всего этого, я, если честно, не знаю, но, разумеется, я как опытный такой, знаете, журналист, оператор, телережиссер, теле там записывающий человек и так далее, я вообще могу вам сказать то, что да, наверное, оно все будет вот именно так, потому что типа, ну а почему бы и нет, типа, ну вот оно будет и будет, а если его и не будет, то, наверное, оно все и не будет, если честно. Однако, ладно, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, я хочу посмотреть, как будет выглядеть Rolls-Royce Кулинина-Ан и вообще, что с ним совсем будет на проекте Black Rush и на всех прочих, возможно, проектах, что с ним будет. Поэтому вот, заходите на Black Rush по ссылке в описании, скачивайте клиент, лаунчер, все прочие вещи, вводите мой промокод на втором уровне, хэштег ZDC, и тогда у вас будет много всяких разных вещей, преимуществ и многих других вообще привилегий над другими игроками. Я шучу, ничего не будет, но в целом вы хотя бы можете попробовать. Всем спасибо за просмотр, увидимся тут же завтра в 20:00, может быть немного пораньше, может быть немного попозже, я не знаю. Всем спасибо, всем пока и всем, разумеется, до свидания.